работу Николаю, который сегодня сделал хорошо. Похлопаем всем, ну как сказать, наверное, артели, да? Так же называется. Всем ребятам, которые причастны к организации. Спасибо. Большие молодцы, ребят. Спасибо. И я спою песню какую-нибудь жалостливую, наверное, последнюю. Сюрприз, например. Нет? Ну, короче, два варианта, ребят. Либо жалостливый, либо все орем. Естественно, те, кто орут, они не заходят сюда. Конечно, Алё. Алё, покуми. Мурку давай. Нужно просто повторять за мной не такие глупые фразы, типа «Тре, мама, мой, тре, ля, ля, ля». Тре, мама, мой, так, понятно, мы эту песню не будем петь сегодня. Какие еще варианты? Тебе одной! Как с вас, если мы поем «Тебе одной»? Солнце на вечное небо.
спасибо.